чи написала сьогодні? Чи нічого не писала? Жека, расскажи людям мою идею на суточные стримы, хотя и в будни некоторым мопсихам не помешает. Смажем щель. Смажем щель, да, сейчас сделаем. Микс, мы обязательно... Так это твоя идея про пеленгаса или как? Не, это не его. Стоп, закрывай. Раз, два. Микс, мы обязательно сделаем, но ты понимаешь, нужна компания, которая интересная будет. Это Подлива, Леонтьев, Мопс, Соната та же. И мы вообще думали вот так провести стрим, чтобы это было как в камере, вот все закрыты были. А пеленгас бы был мусором. Вот, и он приходил бы там, шмонал, ну и вот так целый суточный стрим посмотрели бы, как все это происходило. Но надо, сука, этого педика, блядь, Леонтьева, вонючего, блядь. Пеленгаса вчера уволила Xiaomi. Xiaomi... А прикинь, малой с ней все равно сел и сидит. Ну, блядь, знаешь, ну не сидит, ты понимаешь, что это кумарит? Ненормальная хуйня, но вот тупо, блядь, своим грязом цинкует, знаешь. Вот, ну, блядь, как палец в жопе сидит, блядь. Да, это вот, сбивает кумарит, тупо мать, Вась. Кумарит, вот, да. Это вот такой, который ты будешь сидеть и играть в локалке, типа, ну, в нардишке, и он придет и станет тебя за плеча будет смотреть, короче. Блядь. И цыкать еще. Когда ты будешь ходить, он будет такой... Ай, вот так делать. Только повернулся так, ляв, знаешь, на, сука. Башкирии, привет. Да. О, смотри, ушли, блядь, и сразу легче стало дышать. Ладно. Если кому-то интересно, сейчас скачал книжечку «Молот ведьм», сейчас, короче, начал читать. Буквы на ближнем по привету, а также любчику нашему Джонни озвучь. Мориарти. Озвучил. Озвучил, да. Да. Ой, бля, проблема схватить Лео. Да это не дело не в проблеме, блядь, проблема. Может, вместо щели в имя Репан.Яржин, Джон. Коровье вымя, привет. Коровье вымя. Щели это... вымя? А почему да. Вымя? Вот, ну да, дядя Олег, надо обосновать, почему, ну, да. Коровье вымя. Знаешь, вымя. Вот так просто вымя и все, ну, да. Так, на, так не подходит. Лео, ну как, в принципе, не проблема, но нам нужно потратить свое время. Секунду, он... Дмитрий Чернышов. Ярику веры нет, Джонни, брат, кому ты веришь? Дмитрий Чернышов. Но по вот, поводу чего? Как бы это грустно не звучало, но вот с чего ты вдруг решил? Повода не верить, не доверять моим словам я вот не давал. Ну, вот на самом деле, по большому счету. Львову привет. Просто хочется, мне очень неприятно. Хочется по-нормальному. Вот, ну, не сидеть же там, блядь, целый день у него под подъездами ждать, пока он выйдет. К Подливе он не заходит, потому что он понимает, что Подлива его прихватит и потянет на стрим. Ну, хуй его знает. Мне стало понятно еще, когда еще Андрюха, короче, не уехал, получается, а не с Мопсом, у них был стрим. Я встречаю Леонтьева, короче, мы гуляем с собачкой, я, Оксана, и с собачкой мы гуляем, встречаем Леонтьева, короче. Знаешь, что-то жил-был Леонтьев, давайте прогуляемся, ну давай. Начинаем туда-сюда ходить. Не, Ильич, ну не надо, не надо. Мы поговорим на эту тему, пока не наговорили лишнего. Короче, смысл в чем? Раша Боксинг, привет. Смысл в чем? Короче, ему все время заранее телефон, и он типа скидывает. Я уже типа, Вася, кто тебе наярит? Лео? Да, у Леонтьева таранит телефон, он постоянно да. Скидывает. Я говорю, Вася, кто тебе таранит? Он, да это Сиси, у него сегодня день рождения, и он, ну, типа, тупо заебывает, давай раскумаримся, типа, у Сиси нет бабок, а есть вот, как бы он, ну, Леонтьев говорит, типа, Вася, есть да. Бабки, ну, раскумарь. Я говорю, блядь, так уже давай договаривайся с ним, то есть звони, говори, у тебя есть лаве, давай пошли, я помню, когда купим. Ты рассказывал, да, это. Блядь, и он начинает, при мне начинает звонить, я говорит, Вася, у меня есть, не хватает 150 гривен. Я говорю, ты что, сука, дура, нахуй ты это говоришь? Он говорит, типа, найди бабки, тот говорит, типа, нету бабок. В конце тот находит лаве, говорит, пробей барбитуру, тот ему перезвонит, и говорит, барбитуры тоже нема. Ну, прикинь, вот, короче, делает все для все того, чтобы, он, короче, да. Вот тот ему сказал, ладно, не будем встречаться. Ну, прикинь, ну, так это все тупо выглядело, мне так просто напаяло, я говорю, слышь, залупа. И он в конце признается, говорит, бля, ну я не хочу, чтобы, типа, песня выглядело привет. Так, что я его сдал, блядь, знаешь, да, что-то понятно. Еще. Залупать, блядь. Подлива будет завтра, обязательно. И белая Хунда, привет. Привет. Сергей, быстро сбросить вес. Я вот тоже хочу быстро сбросить вес. И реально я понимаю, что ну быстро я его не сброшу. То есть, блядь, у меня вообще типа вариантов нет. Леонтьев красава, самый порядочный.
Джонни, когда влог выйдет? Я не знаю, о каком влоге ты, Олег Сучков, говоришь. Щель не спи, натуре. Вот еще раз познакомься, разнакомься, расскажи всем, кто ты, что ты, сколько тебе. Да, кстати, может, хочу. Новые зашли донатеры, видишь, не все тебя знают. Всем ну, интересно. Меня да. Как бы Никита зовут, мне 25 лет. Mm-hmm. Помогаю практически не каждым людям, но есть знакомые, которым я действительно помогаю. Хлопчик, помогай. Да, хлопчик, можно помогай. Так сказать. Да. Да. Сильно, Тимуровец, да. Тимуровец. И на данный момент, как бы, я таким образом могу и зарабатывать. Ну, зарабатывать на нас. Миша Ульянов, спасибо большое. Ну, ты же никогда как бы не оговариваешь, да, заработную плату там, ну, за какие-то твои услуги, ну, за твои, нет. За твою помощь. Да, ну, хватит о работе. Ну, он нормальный парень. Сейчас. Капа, мы. Да не слышал такой Андрей Скобаль. Андрюха, здравствуй, спасибо большое. Самое интересное то, что он пришел. Какой хмырь? Да лучше пизделей, бля. Какой хмырь? Что ему жрать, нахуй? Он сюда не жрать пришел. Да у него все в порядке. Самое интересное, что ты человек с большой душой. Видишь, не все, кто был на прошлом стриме, зашли и не помнят тебя. Это очень яркий философ, человек, у которого... А, да, кстати, у тебя девушка же модель, правильно? Ну да. Да. Задавайте ему всякие вопросы интересные по жизни, которые вас интересуют. Он вас может наставить на путь истины. Роман Федоров, спасибо. Спасибо. Привет, Германии, привет. Мариарти, 10. Да что это вообще? Кто это заказал? Андрей Скобарь? Это что-то из нового типа у Капы? Ну, на счетчик ставят ну, не старого, мне уже тут не нравится. Пал Палыч спрашивает, лизун ты или нет? Не понял я тебе, Пал Палыч. Как-то вот даже Пал Палыч не хочется у этого человека и спрашивать про писколизание. Настолько это все вот... ЛС-460 охуительно. Гость на Рому Букина похож. Я не знаю, кто такой Рома Букин. А, это знаменитый актер. Знаменитый актер. Так, Егор... Рома Букин — это знаменитый актер. Егор Майоров спрашивает, спроси, как он с моделью занимается сексом. Они только познакомились, Егор. Вообще-то, как бы, у нас пока этого не было. Но я думаю, может быть, если она захочет, то будет. Но в то же самое время я сейчас этого тоже сам не хочу. Ну, у тебя пока виртуальная любовь, правильно? Ну, да. Ну, это так называется. Ты сам не спешишь, да? Как ну, я не спешу. Ты не давишь на нее. Нет, конечно. Зачем давить на человека, который хочет больше проводить своего времени с собой. Если захочешь, напишешь. Значит, времени. Так, Егорик Абрамович. Да, Егорик, привет. Девки по 3 часа слушают пчелок. Блядь, ну это жестко. Что за пчелки, не понял? Ну, пчелки. Кто пчелок уважает? Что, ты не помнишь эту песню? А, все, понял, да. Подожди, меньше хавай, больше шевелись и спи, ну и больше спать. Может, НСК шоу, может, ну, их там НСК. Может, наоборот, меньше спать? Ну, типа скинуть вес, наверное, типа скинуть больше. Наверное, нет. Но хавать меньше понятно. Нужно, в первую очередь, обратить внимание на свой рацион. Если будешь спать больше, ты никак не скинешь вес. Матросская тишина, привет! Порядок все. Здравствуйте, мужчины. Ярик, сбросить вес быстро вполне реально. Я за 1.5 месяца скинул 14 кг. Но надо ходить на фитнес. Ну, паяльник мопса, я сам за собой слежу и я осторожен. Я понял.